Вы смотрите четвертьфинальный матч турнира игромании по FIFA 16, в котором сойдутся Валентин Петухов и Артаваст Мурадян. В этом туре участники играют за клубы, выбирая их случайным образом. Один раз можно отказаться от команды и перебросить жребий. Проигравший выбывает из гонки, а победитель выходит в полуфинал. Игра идет до двух побед или до трех раундов. Если они завершились в ничью, мы дадим дополнительное время до золотого гола. А если и это не поможет выявить победителя, игроков рассудит серия пенальти. На сайте Игромании вы можете угадывать победителей. Тот из вас, кто сделает это точнее всех, получит шанс выиграть главный приз – консоль Xbox One. А дополнительные баллы вам поможет заработать специальная викторина на странице турнира. Игроки занимают позиции. Первый раунд. Ну что, я надеюсь, что не зря донатил, и мне зайдет. Нет, так не... Юнион на 20. Ну, Аргентина ничего. Ты пока думаешь, берешь что это клуб или нет, ты пока нажимает Арик на крестик. Арик, нажимай. Вот ему сейчас точно прилетит. Ну окей, ладно. Ну, смотри, нормально. Аргентина. Аргентина против Аргентины. Подождите. У меня 2,5. Вань, что скажешь? Ты выберешь еще один раз? Не, ну он-то точно что-нибудь выберет. Я думаю, нам нужна Ямайка. Давай тогда. Это как в покере, знаешь, там... Я не могу пасануть, да, потому что я знаю, что у него карта лучше. Сейчас бам, одна звезда. О, Уотфорд, неплохо, Великобритания, хорошо. Лось, я сегодня лось. Олень. Олег, ну что, будешь выбирать еще? Да, буду, конечно. Вот я чувствую, там Реал. DC United. Нормально. Орел против США. Я люблю МЛС. Лося. Я в Ultimate за МЛС играю. Они затаривают себе всяких игроков. Да, классно. Я только не уверен, что в DC United это есть. Вряд ли, да. Ребята. Классный момент. Такое ощущение, что пчелки бегают по полю. Смотри, а теперь мы врываемся в штрафную, вот так вот, и пеналечку ждем. Ничего себе. Даже пеналечка случится. Ой, ничего, да ладно. Ничего себе. Прям в ручке. Вы видели, что вот это обидно. А оно раз, и вот как сейчас, да? Нет, таких не надо. Надеяться на то, что не залетит. Некий азарт. Да, там-то все понятно. Там чемпионат России. Там как бы ежик первое, кефир второе. Там все, я могу сразу... Когда играют вот такие нубы. Я все равно не забью, поэтому что я выпендриваюсь. Вот так вот не надо было. А ты дотянул, мне кажется. Да, он что-то сделал здоровое. Ой-ой-ой. И смотри. О, это пенальти. Сейчас. Меня вибрировал геймпад. Игра в мяч. Как бы говорят, игра в мяч, вот все Вася правильно говорит. Что это пенальти, он мне сказал. То это случайность была. Вот это вот, смотри, и тут, ну... И тут нога помешала забить. Тут заряженные чуваки, смотри, снова подача. Во-во-во-во-во, блин! А это что, пенальти? Да ладно! Да ты посмотри, что творят. Не может быть, нет. Выжил просто на пустом месте. Это не пенальти. Это пенальти. А, блин! Хорошо. Блин. А то что-то судья как-то ручкой своей. Да, так показал. Показал, что-то непонятно. Ой, Арик! Здесь может и залететь. Ой, Арик! Арик. Вилса, это тебе не Барса играть в Ultimate Team. Беги до конца. Пишет тебе Самакс 57. Ну, это... могло и залететь. Что? Могло, а, да. Могло. А здесь, смотри, какой отскок без толпы. Ладно, ну, это уже интересно. Так. Не-не-не. Выбивай. Отлично. Давай, поборолся. Ой, здесь, смотри, это контратака. Ой. Это Выдра. У него фамилия Выдра. Простите. Черт. Ну что ж, пошло время второго тайма. У меня есть Соборио в атаке. Счет пока еще 0-0. Соборио. Господи, слушай, Двустишье просто потрясающе. Камера 5. Вилса давит Арика, а затем поел сухарик. Что? Одуля просто, ребят, красавцы. Но! Опять навес, ты посмотри. Блин. Реально. Да, это симулянт вообще. DC United еще называется. Оу, все мимо пролетели. Да. Ну а что, это тактика мелкого фола. Тактика какая-то тухлая какая-то. Мелочная тактика мелкого фола. Можешь не читать это, давай лучше комментировать игру, Георг. Ну попробуй, давай, начинай. Ой, Гомес снова спасает положение. Гомес, сколько раз ты комментировал футбольный? Вот так вот переключился. Манчестер Юнайтед. С каким счетом? 1-0. Хорош, как будто летело в ворота. Внезапно. Ой, там еще нет никого. Здесь блок.
Гомес. Ах ты, Гомес. Даже не надо придумать для него обзывательство. О, смотри, прорвался. Ой. Прорвался. Хамит. Хамит. Обоих команд очень хорошие. Все, сегодня вечером куплю его в Ultimate Team себе. Ой, 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 ой. Вот это было близко, вот это было очень близко. Должно было залетать Хамд. Хамит тащит, кстати, реально. А теперь попадаемся. Так, Олег. По-хорошему, ну, смотри, запинал. Вратарюга. А, за шиворот вратарю не получилось закинуть. Дополнительное время. Золотой гол нарисован. Вот именно терпкий. Если бы в реальном футболе точно так же комментировали комментаторы, там, смотри, какой это смешной фамилий, смотри, какой этот дядя смешной, там, какая у него форма грязная. Было бы гораздо веселее. Не нужно серьезным лицом комментировать футбол, потому что футбол, это, на самом деле, весело. Как вот на Матч вот ТВ, знаешь, у них весело. Там... Футбол вливает такое количество денег, он перестает быть дерьмо, веселым. Не пройдет, не пройдет. Что творит? Хамит был вообще одобрен. Хамит вообще просто тоже, по-моему, против. Ой, ой, хорош, давай, Валя, пенальти. Да, вот это, наконец-то он заработал пенальти. Он пытался все равно заработать этот пенальти. Вот этот вот, на который этого похож. Ой, что-то я не то нажал. Ой, что-то я не то нажал. Ой. Так, ну сейчас... Можем махнуться, кстати, в следующем тайме. Да, давайте махнемся. Ну, обратно, если дашь. Ну, Курада. Ой, ой, Валя! Ой, давай, ой, давай! Давай! Это было хорошо. Я тебе говорю, кнопка залипла. А теперь, короче, я на последней минуте забиваю гол. Блин, давай! Эх, блин, это было хорошо. Серия пенальти. Вратарем бьет Арик и... Бред какой-то. О! Взял? И Гомес опять вытаскивает этот мяч. Да что ж такое? Вась, да комментатор от бога. Ну, ой, сильно. А? И снова. Я не подглядывал причем. Да. Куда он двигается-то? Не в ту сторону. Так, кто пропустил? Так, опять вправо небось. Эх, хорош, мощный. Хорош. Ну ты зафиксировал об этом. Зафиксируйся. Эх. Вправо там. Так. Думал меня обмануть, да? Что это такое? Да. Вообще я налево бил, что такое? Направо? Так. Ой, о, вот это было. Слава гол. Богу. Вот это, вот это опасно. Офигеть, было. Красава, слава богу. Так, слава. Нет, я потом могу отбить. Ты можешь отбить. Опа! Второй раунд. Что ж, форма-то такая ужасная. Так, и сегодня мы выясним, кто из ребят выходит в полуфинал. Да ладно, там не было ничего. За Opel Вилса. Победитель играет за Opel. Да, у Вилса синяя, оранжевая форма. У Арика белая. Итак, Валя! Это было очень близко. Это кто ж так промахнулся-то? Как тебя зовут? Крамер. Кракер. Кракен. Ну ладно. А вот смотри, что творит. Опа! Смотри-ка. Опа. Ой, ну ты ж, наверное, в фотошопе. Я как раз сейчас приму. Ой, Валя! Эй! Давай! Ну, что ты? Лупи чаще. Я люблю трудности. Я просто помню, как Захару выпала команда на 1.5 звезды после 2.5 звезд. И я подумал, что я лучше надежно за 2.5 звезды покатаю. Ой. За 3, сколько у меня там. Ускорение, прям вижу. Я тоже... Ох ты! Ой, пенальти! Неужели нам сейчас не зайдет? Вот сейчас ты должен просто в открытие прям пронесши руку вообще. И ног, и всего остального. А что ему красную не дал? Вообще было все чисто. Ой, такие домики прикольные нашел. Вообще я хочу подать апелляцию. Да? Да, вот давай посмотрим. Я метил в мяч. Метил-то ты, может, и в мяч, а попал прям по ходу. Смотри. Оп, я задел кончиком носка. Лицо у тебя недоброе. Больше никто не хочет прокомментировать, что у Арика у футболистов на шортах домики нарисованы. О, да неужели? Да неужели? Арик, лови. А это, кстати, кьюит, смотри-ка. Так. А это хорово. Да ну вы чего, пьяные что ли там? А что было? Чилийцы, блин. Напились своих травяных напитков. Что было-то? Нет, всякий раз, когда я лажаю, это фэрплей. Я напомню, что вас продолжают поддерживать в комментариях, просто постоянно комментарии, там Вилса лучше, Арик. А вот нахрена он свистел, объясни мне. Я вот такую атаку убегал. А я забирал тебе мяч. Да ладно, где там? Да, там уже забирал. Но я знаю, что он свистел. Дальше не буду читать. Смотри, Курит врывается.
Так. Вратарь, ты... А что ж ты мимо... Что он стоял? Высоко было. Да ладно, он хоть попытался бы для вида. Ой, куда-то не туда. Как он закрутил? Я думаю, в следующем матче... Ой-ой-ой, какая ошибка. А что-то он тебя, да, перестал. Он даже не бежит, он даже не пытался. Слушай, ну в этот раз на джойстик тебе уже не свалить, знаешь. Хорошо. Так что... А это же офсайд, ну офсайд, 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 да. Судья так не думает. Да не было ничего. На красную тянет. Не было ничего. Это жестко. Да, давай красную, давай красную. Тянет на красную. Красную, да. Да, 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 да. Арик, у тебя теперь есть шанс. Марко Вейнович. Он говорит, глаза разуют, глаза куда ты? Красную дай. Кстати, да, еще никто не видел ни одного гола, что самое смешное. Повторы не показывают. Так, давай, 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 давай. Сегодня в топ хэштег все куплено, как обычно. Ой, как он. Ой, Арик, Арик. Офсайд, офсайд. А пенальти? Пенальти. Да ладно, это офсайд. Пенальти. Нет. Так. Мужской, да. Извините. О, вот ты понимаешь, что... 1-1, друзья. 1-1, да. Фу, а давай, беги! Какие-то левые пенальти. О, это что? Это красная тогда в таком какая случае? Какая красная? Подожди. А какая это? Максимум желтая. Ну, желтая. Давайте повторы посмотрим. Давайте повтор нарушения посмотрим. Но это атака игрока без мяча, понимаешь? Это красная. О, Арик, ты попал. Сравнялись. Подри. Все, ну, да ну! Кьют сам пошел. Он такой, ну вас дебилов нахрен. Валя даже не нажимает на кнопку «Пуск». Ты об Дополнительное время! Давай! Ну! 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 Я знал, что ты промахнешься. Блин, нет, я главное не промахнулся. Он почему-то Валя тащит вообще. Он просто что-то с ударами не везет. Да я тебе говорю. Оп, оп, тащит, тащит. Тащит победу Арику. Куда? Ой! Это, кстати, пас. Это был пас. Это ты на арбашечку еще зажал, что ли? Ой-ой-ой! Ничего не нажимал. Немножко не рассчитал. Валя несет, надрывается. Ой! Ой, Валя, давай, 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 давай! Ой! Вот-вот-вот-вот-вот! Делай! Нет, делай! Нет, делай! Да нет! Вай! Да нет! Вай! Что уже попал? Да нет, наверное. Выглядел чисто. Ва, там сломали кого-то. Я не знаю, я не имею. Валя! Валя! Ну давай! Ох, близко-то как! Может, кто-нибудь знает, что это за, не знаю, логотип какой-то компании? Валя, давай! О, там еще сломали. Еще! Вот! Нет. Опа! Ну что-то я прям вообще... Ой, дай! Не-не-не, господи. Ну такой господи. Момент упустить. Да ну... Валя, давай, вот! Что? Что? Блин, да. В такие моменты... Теперь судья против меня, я тебе офигеть точно говорю. Офигеть вообще. Ну, слушай. Так, Валя, вперед. А смотри, у него слева нет никого. Вот, 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 хорош, 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 хорош. Пробуйся. Здесь главное финтюля. Бей, Валя, еще давай! Финтюля. Давай! Что это? Отжать отбить! Как так? Арик, как ты угадал Лёх? А я просто не понимаю, как тут ты зарандомил? Так, осталось еще у нас... Да что? Это был навес на фланг. Валя, спасибо, Валя, чувак. Давай, это атака, твой билет просто в полуфинал. Давай. Давай, сейчас идем. Давай, вот золотой. Давай, давай. Нет, ну, это нет, пас не куда туда. Ты? Что ж ты? Да, 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 да. Нет, все, все. Ой, что? Давай, смотрите. Давай, давай. Их там всего трое. Валя, Валя, тащи, давай. Давай, давай. Я же не могу. Давай, давай. Два коллеги какие-то. Давай, отдай мяч. Отдай мяч. Да, 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 да. Блин, я уже не могу. Все. А-а-а, перехват. Да, да, да! Бей, 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 Валя, бей! Да! Мимо. Как так? Серия пенальти. Стекла в офисе. Вау. Вратарь сразу идет. Хорош, хорош. Что-то сильновато, не? Ой, сильно, 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 да. Сильновато что-то. Допустим. Да. О. Фу, угадал бы сразу. Дангу. А. О, блин. Напомню, что если Арик выиграет, то все, Вилса уже... Так! Да ну блин! Да. Хорош. А, мимо, 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 мимо! Это самое обидное, знаешь, когда вот бьешь пенальти, и ты понимаешь, что... И палец соскальзывает просто, и все. Потому потненько, да. Валь, один удар, и ты в полуфинале. А, ну, то есть ты в следующем матче. Ну, да. До полуфинала еще рано, но... еще один Ну, блин! Да! Да! Все драматичнее и драматичнее. Третья игра. Третий раунд. Так, я напомню, что Арик в темной форме. Так, топим. Все, или топим. Нет? Да, Арик в темной форме, а да. Вилса в белой. У меня Аль-Харам. Карлос Эдуардо у тебя. У меня Аль-Харам. Ну, блин, Аль-Харам. Леудо. Нужно уже корпусом был закрывать. Давай, что? Давай, давай. Мне кажется, впервые за сегодняшнюю игру у ребят более-менее равные что команды. Что это такое? Поэтому или... игра поедет из всех вообще. А почему? Это же у меня колумбийцы. А, вообще, у меня да, же... кстати.
Опа, и даже офсайда нет, Дай! Ну ой, как он все время мимо-то бьет? Близко. У вас уже каждый раз близко. Ближе только к штангу. Да, вот до этого, кстати, Вилса близко. Ох, ты видел, как он подобрал пяткой мяч? Да вообще, он типа модный. Просто на пафосе такой. Поэтому пришел. А как ушел технично, а? И смотри, сам пошел, сам. После этого матча сам. Саудовская нефть и колумбийская наркота. Сам, да ну серьезно, что ли? Нет. Ой-ой-ой. Ну что ж так? Ай, не туда. Все, это будет гол. Это контратака. Нет, нет. Это будет гол. Догони. Не было? Нет. Ты ой, сначала... нет. Валя. Нет. Ой, как он, видали? Вытащил. И оба в атаку. Давай. Буду как Захар. Это гол. Ну. Давай. Ну. Ну бей же. Ну, что ж так? То есть у тебя своей нету, да? Привыкай. Валя, бей. Хорош. Хорош. Купи еще. Продолжаем. Ну. Убивай, давай! Давай! А, даже офсайда нет. О, блин! Еще! Да ну нафиг! Ну не как же с собой. Еще! Давай! Оборона, стена, говорю. Не пройти, не проехать. Да ладно. Слушай, если бы он не попался ему же, блин, в ногу, все можно было сломать его. Блин. Ладно. Грустная хрень, мало ли. Какая байда случилась. Мне нравится комментарий. Я стрим уже видел, Арик затащил. Валя, да? Эй! Ты чего? Давай! Блин, как же так? Я не понимаю. Да ты серьезно? Это все на что? Фейерплей. Почему он бьет об землю мечом-то? Валя, ну давай, не спеши ты. Давай! Да что ж такое-то? Да бампер, понимаешь, опять нажал, не было бы такой фигни. Вот, Валя. О, блин, ох, штанга. Крестовину, я бы сказал, даже он попал. Вот реально от девятки до 5-9. Ой-не-не-не. Все спокойно, медленно. Эй, что? Не настолько медленно. Фейерплей. Просто молодец. Смотри, как качает. Ты сейчас смотри, пошел, раскачал оборону. Валя, давай! Доигрался, Валя, доигрался. Ты затянул, реально. Мог уже раза три пробить. Дополнительное время. Что вот это было сейчас? Ну почему? Это было очень близко. Я сходил к колумбийским шаманам. Это же невозможно просто. Как так? Вот, это уже. Валя, давай! Ну еще! Что это нам... Как это возможно? Я не понимаю, как это возможно. Пустые вороты. Блин, как он попал? А что ты смотришь? На Y нажми, чтобы скрыть интерфейс еще. Во-первых... Смотри. Отскок. Смотри. Вот и головой. Вот. Просто прямо. Как он так раскрутил? Просто. Мотай еще. Нет. Валя. Ну, пожалуйста, сделай это. Давай, да! Да! Как он это вытащил? Это просто невозможно вытащить. Фифе такие звезды. Ой, что? Не смог. Да! Да что ж не летит-то ничего? Ну ничего не летит. Валь, ну ударь уже, ну хватит. Ой. Ну нафиг. Что-то ты опасное творишь. Я хотел вперед выбросить, но не удалось. Ай, что ж ты так? Опа-па-па-па-па-па. Лупи. Да все тащит, ну ты прикинь. Все. Банила, красавчик просто. Банила. Ну давай, дядя. Не-не-не-не-не-не-не! Молчи. Э, что ж ты сделал-то? Ох-ох-ох, это было... Он прыгнул ногами вперед. Он зачем-то вместо удара подпрыгнул. Мне кажется, это... Серия пенальти. Какая у тебя маленькая зеленая штучка. Дырочка, я бы сказал, не зеленая маленькая. Как же в нее попасть-то? Так, давай, ты сможешь. Попал. Да ну ты что? Царский вратарь, он сейчас все затащит.
Ну так и опасно. Да блин. Да ну. Так, ладно, надо все тащить. Надо все. Сейчас девяточку. Ты должен вытащить. Да ты чего? Бля. Капитан, кстати. Давай. Да! Смотри, побежал радостно. Матч завершен. Со счетом 2-1 побеждает Валентин Петухов. Увидимся в полуфинале. Спасибо, что были с нами. И как всегда, играйте только в лучшее.